Наваристый рыбный суп с добавлением кокосового молока получится не только полезным, но еще и вкусным, если вы приготовите его из кусочков или стейков красной рыбы. Ее жир – натуральный витамин D. Ароматный суп со сливочно-кокосовым вкусом обязательно понравится даже детям, и они потребуют добавки. Поэтому заготовьте продукты сразу на несколько порций, чтобы и на следующий день можно было сварить это вкусное блюдо к обеду. Форель – 350 грамм, части. Картофель – 2-3 штук. Лук репчатый – 1 штука. Морковь – 1 штука. Вода горячая – 700 мл. Молоко кокосовое – 250 мл. Соль – 0,5 чайных ложки. Петрушка или укроп – 0,25 пучка. Лавровый лист – 2-3 штук. Количество порций – 2-3. Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать любую часть красной рыбы либо другой сорт рыбы по вкусу. Очистите от кожуры все овощи и промойте их в воде. Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками и отпассеруйте их в растительном масле. В казане или кастрюле с антипригарным дном примерно 3-4 минуты. Нарежьте картофель средними кубиками и добавьте в емкость. Обжарьте все еще 1-2 минуты. В это время промойте части красной рыбы и выложите их в емкость. По желанию можно нарезать кусочками. Влейте горячую воду, всыпьте соль и отварите суп примерно 20 минут до готовности картофеля, добавив лавровые листья. Измельчите промытую зелень и всыпьте в приготовленный суп. Влейте кокосовое молоко и доведите горячее практически до кипения, попробуйте на вкус, но не кипятите. При необходимости подкорректируйте и выключите нагрев. Разлейте суп в глубокие тарелки, подайте к столу с сухариками или поджаренными тостами.